надеваем очки и пошли. Вот это наша деревня. Ну, вот эти соседи, они осенью уезжают, и зимой живут у них дома в Флориде. Так, это соседи наши ближайшие. Здесь старичок живет, американец, и жена его, мексиканка, раз в три моложе, с ребенком. Так, этих я плохо знаю. Здесь живет наш бывший лидер, такой старичок, лет под 90, наверное, уже, бодрый. Тетя убирается. Нет, не ехали они еще все. Сегодня пока они здесь. Это дом For Rent. Вон, видите, For Rent табличка. Вот здесь в кустах часто кролики бывают. Но сейчас их что-то не видно. Вот старичок какой-то катит с вилчером. Этих я тоже плохо знаю. Тут мексиканцы живут, снимаются. Видите, машина какая рабочая, куча детей. Здесь американцы. Явно. Флаг, машина, Кадиллак. Идем дальше. Здесь вот тоже кроликов много бывает. Ну, сейчас не сезон. Это вот выезд из нашей деревни. Один-единственный. Ай-ай-ай-ай, белка. Ну, чё? С музычкой едет. Вот видите, какой скат интересный. Пандус. Можно коляске инвалиду съезжать. Вот еще белка. Ну, это то же самое. Тут их много. О, собака в окно встречает. Просто смотрите, какие дома бывают. Вот я уже больше, чем полдеревни обошел. Там озеро. Сейчас мы его получим, немножко посмотрим чуть-чуть. Этих я совсем не знаю, они далеко живут. Вот озеро. Березки. Кто спрашивал? Березок здесь полно. Вот как красиво кустики сделали. Да-да-да. Где на самом берегу живут. Один из самых дорогих домов здесь.
Вот этих тоже что-то давно нет. Тоже, наверное, ехали во Флориду. Ну, а тоже, те-то, оказывается, дома. Но зимой все равно не будет. Здесь живет наш теперешний руководитель вот нашей деревни. Тетя такая мощная. Здесь вот живет старичок, мы его называем про себя электрик. Он нас спасал. Мы здесь провод протянули, когда у нас свет отрубили после урагана. Он с вами делился. А это кто такой? А, Робин. Малиновка американская. Вот он. Белые очки такие. Ай, солнышко мешает. Вот сейчас за солнышко зайдем и на него посмотрим. Вот он головой. Ну ладно, вот и все, и мы дома. Вот старичок сосед сидит, он там покуривает обычно. Все, надеюсь, что записалось. Выключаем.